Факультет сервиса, туризма и технологий продуктов общественного питания является самым молодым в Институте экономики, управления и права. Созданный в 2007 году, он ведет многоуровневую подготовку востребованных на рынке труда кадров по направлениям сервис, туризм, гостиничное дело, торговое дело, технология продукции общественного питания, лингвистика и дизайн. Сегодня здесь обучается около 1000 студентов. Возглавляет факультет доктор биологических наук, профессор Елена Лаврентьевна Матвеева. Успешная деятельность факультета основана прежде всего на высоком качестве обучения. Это стало возможным благодаря сильному профессорско-преподавательскому составу, в котором 6 профессоров, 21 доцент, уникальной лабораторно-технической базе, сотрудничество с предприятиями и организациями республики, совместным образовательным программам с ведущими европейскими вузами. Большие перспективы для факультета открывает участие Института экономики и управления права в работе научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг Республики Татарстан. Каждый из студентов имеет много возможностей проявить себя в науке, творчестве, спорте, общественной деятельности. Среди победителей олимпиад, фестивалей, конкурсов различного уровня неизменно называют студентов факультета сервиса, туризма и технологий продуктов общественного питания. Прекрасное образование, хорошие практические навыки, активная жизненная позиция гарантируют выпускникам факультета успешное профессиональное будущее.